В Магасе прошла встреча главы Ингушетии Юнусбека Евкурова с владыкой Зосимой, в рамках которой руководитель региона и архиепископ Владикавказский и Махачкалинский Зосима обсудили ряд важных вопросов. Один из таких касался общественно-политической ситуации в Северо-Кавказском регионе и завершения строительства православного храма в Ингушетии. Владыка Зосима в 2006 году патриархом Алексеем II был возведен в сан архиепископа, а в марте текущего года решением Священного Синода архиепископ Зосима освобожден от управления и Палестинской и Калмыцкой епархии и назначен управляющим Владикавказской и Махачкалинской епархии. Сегодня в рамках официального визита гости во главе с Юнусбеком Евкуровым посетили храм в сельском поселении Орджоникидзевское и пообщались с местными прихожанами. У нас такой, он любит, чтобы порядок был, чтобы все было навеки сделано. Вот это очень важно. А так можно к Покрову там или к 8 марта сделать, а сделать как попало. Не надо. Лучше под концу года, значит, к концу, не так далеко осталось. Но зато это будет, зато да. Больше ждали, а Господь даст, Господь дал, Господь даст, Господь не оставит. Видите, Господь не оставил вас. Вот какое было убожество, вот и вот какое у вас растет. Сдалека едешь, издалека, красавец пополам. И вот только заехали, я сразу увидел, какой красавец. И в России не найдешь ни такого ухоженного храма. Не всегда, ободранные, старые такие бывают. Здесь, смотрите, все новенькое, все чистенькое, все. Я житель Москвы, я живу и знаю центральную Россию. Здесь все-таки народ и верующий, и традиции хранящие. Я имею в виду наш православный русский народ. Здесь все-таки это еще живо, это еще есть. Это залог будущего. Спасибо, владыка, что вы приехали. Спасибо вам большое. Для вот этой Пасхи, для вот этих Божьих людей очень важно. Почему? Потому что когда вы приезжаете, они уверены, что они не брошены, что их любят, что они вот они стоят. Это вот стоящие здесь, это как сотни тысяч стоящих в Москве. Это правда. Вот это вот как сотни тысяч. Это вот. И на этом держите. Конечно, сейчас надо и молодежь подтягивать, и всех затягивать. Мы должны максимально сделать все, чтобы все ветви религии были в республике, все национальности были в республике. Только тогда можно оценивать роли и место религии во всех деньях. Пресс-служба главы республики специально для программы «Вести». Четырнадцатого мая 2011 года высокопреосвященный архиепископ Владикавказский и Махачкалинский Зосима осветил часовню в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского, возведенную на территории управления ФСБ России по Республике Ингушетия. На торжественной церемонии присутствовали глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров, начальник управления ФСБ России по Республике Ингушетия Владимир Гурба, начальник пограничного управления ФСБ России по Республике Ингушетия Игорь Цветков. Мы, встречаясь с господином президентом, говорили о том, насколько религия, вера важна в нашей жизни, в жизни нашего народа. Вера, которая утверждает вековые, тысячелетние традиции, это те самые корни, на котором стоит древо нашего великого Отечества, нашего великого государства. И если эти традиции нарушаются, это все равно, что порушить корень этого дерева. Как бы оно ни было могучим, оно рано или поздно придет в упадок и погибнет. Поэтому очень важно то, что здесь происходит, то, что здесь такой межконфессиональный, межнациональный, межрелигиозный мир водворяется в этой республике. Я давно знаю, следя за деятельностью уважаемого господина Юнусбека Бамангереевича, его доброе отношение к церкви, к людям, к вере нашей, к традициям. Это очень важно. Я благодарю еще раз всех, кто потрудился над созданием такой великолепной часовни. Я благодарю вас за то, что так чисто, красиво вокруг все. Это, конечно, говорит и о чистоте душевной, и о многом. Когда приезжаешь в город, видишь такое вот строение, архитектуру, красоту, и в то же время есть место для Бога в этом городе, то это вселяет большую надежду и дает нам уверенность в том, что в этом месте, в этот народ, здесь живущие люди всегда будут иметь успех, всегда будут
иметь силу выполнить то, что они поставили, задумали доброго, хорошего на своем жизненном пути. Особо приятно, что вот все ребята, которые в этом городке живут, есть служат, работают не только в этом городке, живут, вообще все православные, которые служат, работают, приходят, могут сюда приходить в том числе, ходить в храм, молиться. Почему? Потому что в любом случае, какой бы человек ни был, плохой или хороший, зайдя сюда, он здесь искренне говорит с Богом, и это только положительно влияет на его дальнейшую работу и на его душу. Считается душа человека. Я всех поздравляю, ребят, что у вас есть такое место сегодня. Конечно, мы будем всегда оказывать, будем оказывать. Спасибо вам большое. По благословению высокопреосвященнейшего архиепископа Владикавказского и Махачкалинского настоятелем часовни назначен игумен Варлаам.